До международного аэропорта острова Пенанг я добрался на локальном автобусе номер 102. Ехал он приблизительно 30 минут, благо пробок не было. Цена билета составила 2 рингита 70 см. Аэропорт небольшой и поделен на две зоны: местные рейсы и международные рейсы. Он имеет небольшой duty free, также небольшие кафешки, обмен валют, туалеты. И если вы прибыли на первый этаж, то на второй вы попадаете с помощью лифта. Вот это главный зал международных авиарейсов. Здесь вы можете сдать свой багаж, если, конечно же, зарегистрировались самостоятельно на рейс. Или же, если у вас нету багажа, то сразу же идти на посадку. Вот это главное табло, на котором высвечиваются все международные авиарейсы, а вот здесь дают багаж. Так выглядит зона duty free. А вот здесь проходит на международные авиарейсы. Из-за того, что некоторые зашли в самолет не зарегистрировавшись, задержка рейса произошла где-то на 1,5 часа. Мы должны были вылетать в 11:25, в результате вылетели после 12. За это время дождик сменился благоприятной погодой. Перелет был осуществлен компанией Air Asia на самолете Aerobus 320-200. Вот такой вид имеет международный аэропорт со взлетной полосы. Перелет с малазийского острова Пенанг на индонезийский остров Суматра проходил приблизительно 40 минут. Учтите, что перелетая с Малайзии на остров Суматра, вам нужно будет перевести часы на час назад. По ходу полета было несколько зон турбулентности, но совсем небольших. На подлете к острову Суматра почему-то море очень грязного цвета. А вот и остров Суматра.
Это самый большой остров Индонезии. Основные достопримечательности сосредоточены на севере и в центре острова, а столица острова Суматра – это Медан. Именно сюда в основном прилетают все международные рейсы. Деньги можете поменять сразу же в аэропорту. Курс довольно хорош. При выходе из аэропорта, если идти направо, сперва вас встречают местные таксисты. Ну, если вы не попадетесь на их удочку, то далее вас ждут местные автобусы, которые могут вас довести как до Медана, так и до некоторых близлежащих городков близ Медана. А вот такой вид имеет международный аэропорт Медана с взлетно-посадочной полосы. Так как в аэропорту Медана самолет сел намного позже, нежели я рассчитывал, то я не успел снять аэропорт изнутри, а сразу же прошел все необходимые пропускные пункты и побежал к местному автобусу, который ехал на остановку Карерфор, который находится в самом Медане. Оттуда отходят также локальные автобусики на такой городок, как Бирастаги. И я очень боялся опоздать, потому что застрять в Медане мне не хотелось. Вот так вот выглядит территория аэропорта. За аэропортом сразу же следует пропускной пункт, так как дороги здесь платные. А вот так выглядит Медан в своих пригородах. Город в целом очень грязный, в основном небольшие здания, все вокруг рушится, но это столица Суматры. От аэропорта до Карерфор, который находится в центре Медана, я доехал всего за $1.5. А расстояние, скажу вам, приблизительно 60 километров. В самом городе очень много католических церквей. Город поделен пополам на мусульманский и католические регионы. А вот это уже центр Медана. Есть здесь и вполне помпезные сооружения. Мне немножко не повезло. Оказывается, в Медане есть два Карерфор. И я сел немножко не на тот автобус. В результате мне пришлось заплатить $3, чтобы местный таксист перевез меня туда, куда нужно. А вот так выглядит небольшой автобус до Бирастаги.
за 50 километров я заплатил тех же $1.50. Дорога до Берестаги очень живописна, но чересчур много крутых поворотов, подъемов и спусков. Поэтому, если вас укачиваете, заранее думайте об этом. К тому же, водители автобуса в основном ездят без правил. Они могут обгонять и справа, и слева, выскакивать из поворота. В общем, беспредел. Дорога до Берестаги прорезана прямо сквозь джунгли Суматры, и местами джунгли настолько близко подходят к дороге, что можно даже потрогать листья. Местами встречаются вот такие вот многометровые пропасти. А эти картины полностью сделаны из цветов. В целом, из-за того, что состояние дороги очень плохое и они очень узкие, то есть много пробок, время пути заняло приблизительно 2 часа. Благо вечереет на Суматре после 6, и это здорово спасает. Берестаги находится в горной части острова Суматры, и от этого здесь очень часто туманы и дожди, а также температура довольно-таки прохладная, несмотря на то, что это почти экватор. Вот сейчас вы видите, какие здесь серпантины. По дороге мне удалось даже запечатлеть одну аварию. А вот вам пример того, как здесь ездят местные водители.
И вот мое первое утро в Берастаге. Мой отельчик стоит на возвышенности, и я могу наблюдать восход солнца прямо из него. А вот такой вид имеет старый корпус отельчика. И новый корпус, который пока что достраивается. Панорама из этого отельчика, конечно же, очень и очень красива. Хоть это и городок, но петухи будут практически каждое утро. Восход солнца я могу встречать даже лежа в кровати своего номера. А вот благодаря этой мечети 5 раз на день я слушаю молитвы мусульман. А вот это местный музей, который почему-то постоянно закрыт. А это главный монумент Берастаги. Так вот выглядят небольшие кафешки, где вы можете покушать местную еду. А вот такой вид имеет сам городок. Он совсем небольшой, и главную его улицу можно пройти от начала до конца приблизительно за полчаса. Между тем городок довольно шумный, и здесь очень и очень много транспорта. Вот такой вид имеют местные маршрутки. А это памятник капусте. Вот так тут относятся местные жители к туристам. А это местный рынок, который перемешку состоит из автобусной станции и самого рынка. Здесь можно купить как привычные для нас овощи и фрукты, так и совсем экзотические. К примеру, это салаки саподела. Так здесь обращаются с кокосами. А вот так вы 100% можете купить свежую курочку. Так выглядит въезд на центральную улицу Берастаги. Вдали виднеется вулкан Сибуньяк. Но главное достоинство Берастаги в том, что выйдя за его пределы буквально на 1 километр, вы попадаете в реальную жизнь сельских жителей, а также джунгли Суматры.
В основном здесь сажают картошку, лук, чеснок, морковь, капусту. Очень много также сельдерея. Так вот живут люди в селе. А вот это дымится действующий вулкан Синабунг. От Берастаги к нему приблизительно 25 километров. Узнаете? Это известный нам салат. Также здесь очень популярно выращивать кофе. А на таких повозках очень любят кататься местные жители. А здесь я специально запечатлел вулкан Синабунг. И вот вулкан Сипаньян. Совсем небольшое расстояние. А вот так выглядят плантации моркви. Жители этого региона Суматры очень дружелюбные. Постоянно кричат «Hello, мистер», «Hello, сэр» и хотят или сфотографироваться, или хотя бы подержаться за руку. Под сельскохозяйственные угодья используется буквально каждый клочок земли. А вот это уже плантация лука. Так выглядит протестантская церковь на фоне вулкана Агунг. Очень популярно хоронить своих у себя же на территории. Есть здесь и совсем дикие экземпляры автомобилей. Популярно также выращивание овощей и в тепличных условиях. Такое разнообразие овощных культур связано с тем, что температура в день здесь редко поднимается выше 25 градусов, а вечером вообще опускается до градусов 19-20. К тому же в зимний период каждый день после обеда идет дождь разной интенсивности, что также благоприятно сказывается на сельскохозяйственных угодьях. А этот автомобиль вообще сделан полностью из дерева. Именно благодаря вулканическому пеплу и хорошему климату здесь выращивают хороший урожай сельскохозяйственных культур.
основными жителями этого региона являются батаки. А вот эти растения я встречал и у нас. Правда, они у нас намного меньше. А такой красивый вид открывается над Берастаги с высокого холма, который расположен сразу же над Берастаги. Работают здесь и женщины, и мужчины наравне. Особой ценностью, конечно же, являются джунгли, которые здесь просто очень красивы. А вот вам и петрушечка. А вот под эти призывы к молитве я иду спать. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.